К другим темам. Во вторник, 28 июня, в здании районной администрации состоялся пленум Совета ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Ленинского района. В ходе мероприятия состоялись выборы председателя данной организации. Напомним, что Виктор Пикуль, который ранее возглавлял Совет ветеранов, теперь занимает пост председателя Совета ветеранов Московской области. По результатам голосования председателем Совета ветеранов района единогласно избрали Василия Мартынчука. Василий Леонтьевич из числа детей войны. В 4-летнем возрасте был угнан в концлагерь. Порядка 10 лет он входил в состав Совета ветеранов Ленинского района. Работал членом президиума и ответственным секретарем. В его копилке такие награды, как знак губернатора за личный вклад в развитие Ленинского района, награда почетного ветерана Подмосковья и диплом лауреата премии Ленинского района за высокий профессионализм. В последнее время Мартынчук занимал пост заместителя председателя Совета ветеранов. Основной наши вопросы, это они определены уставом, законом о ветеранах, вот, нашей повседневной жизнью. Ну, главные вопросы, приоритетные, которые стоят перед Советом ветеранов, это, значит, социальная помощь пожилым людям, ветеранам, которые нуждаются в нашей поддержке. И второе главное направление нашей главной работы – это патриотическое воспитание молодежи. На пленуме также подняли вопрос о пополнении состава Совета ветеранов. В него вошло 40 человек. А на место секретаря председателя Совета единогласно избрали Татьяну Натушкину.